Всем привет! Струнодеру сегодня досталась гитара совершенно какой-то невиданной конфигурации, я бы сказал. Значит, это Yamaha, номер не помню, потом посмотрю. Значит, это сигнатурная модель некого такого гитариста под именем Трой Ван Ливен. Кто это такой, честно говоря, не знаю, но неважно. Видимо, какой-то современный такой дядька, который вот, у которого вот есть вот такая сигнатурная лихая модель. Значит, ну, чё тут? Гитара, кстати, достаточно тяжелая, такая мощная. И, как я понимаю, играть надо на ней там не джаз какой-нибудь, а мочить какие-нибудь аккорды, рифы, ну, играть современную такую прогрессивную музыку. Вот. Значит, совершенно три P90-х датчика, Bixby, тут каждая ручка вводит свой датчик, это общий тембр. В общем, чума, тут долго можно разбираться, поэтому мы вот этим заниматься не будем, а попробуем просто разные варианты звучания, ну и, собственно, и все. Вот, струны причем стоят такие серьезные, толстые, лады широкие, тоже мощные, то есть, в общем, гитара, по-моему... Нет, конечно, на ней можно и так поиграть, но я думаю, что в основном, судя по тому, что я слушал, Трой Ван Ливен играет что-то там такое-такое. Ну, не там, не жуткую альтернативу, но во всяком случае что-то такое современное. Вот, да, и вот здесь у нас две переключалки. Они, опять же, очень хитро всячески вот эти датчики коммутируют. Три. Вот, кто из них кто, я, честно говоря, не знаю. Просто буду вот методом тыка чего-нибудь сейчас послушаем. Так. Так, ну что, смотрим гитару на чистом звуке, крутим вот эти вот хрени и всячески удивляемся. Вот мне вот это положение нравится. На нем остановлюсь. Или не это. Нет, наверное, вот это все-таки. Ну что, вообще достаточно круто все это звучит, немножко специфически, ну потому что P90 на вот таком корпусе, еще вот F-ы здесь такие интересные, то есть такие вот непростые, а вот такие вот. Вот, но, собственно, вот. Thank you.
Так, ну, теперь будем смотреть гитару на драйве, так, посвирепее, потому что я думаю, что, в общем-то, она сделана была для этого. Ну вот такая вот смешная гитара. Yamaha, не помню номер, но напишу. Модель Троя Ван Ливена. Современная, такая вот интересный такой вот инструмент. Кстати, достаточно... Ну, во всяком случае, в магазинах он стоит как-то, ну, по-моему, дико дорого. А вот этот инструмент, он продается, и продается достаточно дешево. Вот. Приходите, смотрите, щупайте. С ним вообще, конечно, надо разбираться и понять, оно вам надо или оно вам не надо. Спасибо, пока-пока. We'll be right back.